Всем большой привет! Сегодня будем готовить новогодние фаршированные яйца. Поскольку наступающий Новый год пройдет под знаком тигра, закуску мы оформим соответственно. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! 6 вареных яиц разделяем на желтки и белки. Как варить яйца, чтобы они хорошо чистились, смотрите в подсказках или по ссылке в описании. Дальше яичные желтки разминаем вилкой. Добавляем к ним 100 граммов консервированной рыбы. У меня скумбрия. Половину мелко порезанной красной луковицы. Две-три чайных ложки домашнего майонеза. Одну щепотку соли, столько же перца и хорошо перемешиваем. Полученной массой плотно наполняем яичные белки. Затем натираем на мелкой терке одну крупную вареную морковку. 10-12 черных маслин нарезаем тонкими полосками. Теперь каждое фаршированное яйцо покрываем тонким слоем моркови. А сверху расставляем полосочки из маслин, имитируя тигриный окрас. Вот и все. Новогодние фаршированные яйца тигринки готовы. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья и всего самого наилучшего! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.